Дедушка Мороз едва сдерживается, чтобы не растаять прямо на новогоднем празднике. Пациенты из детской клинической больницы номер 9 тепло встречают сказочного гостя. На помощь дедушке приходит горшочек с настоящим северным холодом. Дюже холоднюще в юморе. Ребята сразу же бегут к дедушке, чтобы ощутить северный мороз. Вместе с волшебником в больницу приехали второклассники из городской школы номер 7. Они читают стихи и даже играют на флейте. Чтобы этот концерт состоялся, ученики 7-й школы написали письмо Деду Морозу. Они попросили сделать праздник для тех ребят, кто в Новый год окажется в больнице. Школьники принесли письмо в студию утреннего экспресса, и Дед Мороз исполнил желание. Мы выиграли в этом конкурсе, потому что наше желание казалось бескорыстным, добрым. Для ребят, которые находятся на лечении, школьники сделали подарки своими руками. Там мышка катается на катке, и потом покрыли их блестками. А еще такие Дед Морозы, которые светятся в темноте. Дедушка Мороз и Четвертый канал не остались в стороне. На вопрос, что же понравилось больше всего, дети отвечают, не задумываясь. Как Дед Мороз дарил подарки? Конфеты. Открытку. Он веселый. Это было так неожиданно, здорово. У него глаза горят, он все представление пропрыгал, как мячик. Действительно, праздник сегодня нам устроил Четвертый канал. Спасибо. Концерт – это акция поддержки. В трудную минуту ребята в больнице получили заряд позитивных эмоций. Врачебный коллектив присоединился к поздравлениям. От сотрудников 9-й детской больницы мы поздравляем всех с Новым годом. Впереди большие праздники. Берегите себя, будьте осмотрительными. И пусть целый год следующий вам советую только одна удача. Дед Мороз и Снегурочка поздравляют и вас, зрители «Утреннего экспресса». Сегодня мы доказали, что волшебником может стать каждый. Достаточно только загадать желание. Пусть ваши мечты исполняются. Верьте в сказку и волшебство. И тогда оно обязательно будет жить в вашем сердце и в вашем доме. С Новым годом вас, мои хорошие! С новым счастьем!